Zare прошел Fashion Industry and Fur and многослойная одежда. И вы можете наблюдать картину, что мы выбирали, касаясь именно определенных тематик. Если вы посмотрите на то, как одет каждый из нас, возможно, вы можете угадать. Пишите, нажмите на паузу это видео и пишите в комментариях, как вы считаете, кто как одет и по какому стилю. Теперь можете узнать ответ. Все мы одевались по мотивам марвеловских комиксов. Лично я был... Я был Халком, который до превращения. Рядом со мной мой был товарищ Никита. Он уже был после превращения нереального Халка. То есть. И в целом у нас были там и Доктор Стрэндж, был и Джокер, да и куча других персонажей. Я думаю, вам понравятся наши образы. Которая находится у нас между мужским отделом и женским, мы по нему спускались как на подиуме. Также хотел бы отметить еще то, что я рассказывал насчет индустрии вообще в целом, как они копируют другие коллекции. Сам принцип и концепция работы в Заре – это быстрая мода. И все эти дизайнеры, они просто копируют других и представляют просто под своим брендом, хотя примерно ту же самую одежду, но, естественно, в сегменте в 5, а то и в 6 раз дешевле. Если где-то там сумочка стоит 100 тысяч рублей, в Заре ее можно купить за те же 4-5 тысяч. Такой подраздел, как Join Life, это имеется в виду переработка предыдущей одежды, они все это кромсают на кусочки и делают из этого ваши труселя, серьезно, именно трусы, футболки, ну и вроде все, пока что. Но они планируют это все. В общем, пишите комментарии о том, понравился ли вам эти луки и вообще в целом весь этот конкурс. Спасибо большое за просмотр, вас уже 40 тысяч. Миллионов. Миллиардов. Спасибо.